Это Новосибирск. Это театр оперы и балета, символ Новосибирска. А это Тимур. Злой Тимур. Почему злой? Вот посмотрите, за этими елками мэрия Новосибирска. Новосибирск единственный, может быть, крупный город, в котором мэра еще выбирают. В других местах назначают. Демократия. Но демократия ли? У нас мэра выбирают за один тур. Если 6 лет назад Локоть выступал за то, чтобы выборы были в 2 тура, по-честному, то теперь он настоял на том, чтобы выборы оставались в один тур. Ну и что скажете вы? Демократично. Кто силен, тот и победит. А кто силен? Если один 5 лет работал себе на будущие выборы, как он работал, хорошо или плохо, это другой вопрос. Он старался переизбраться, и он будет стараться переизбраться. Один впереди и 16 догоняющих. Чем больше догоняющих, тем легче ему победить лидеру, потому что остальные просто растащат голоса между собой. Сколько бы их ни было протестующих, но на 16 человек, если разделить, переиграть действующего мэра будет непросто, даже на самых демократических выборах. И поэтому надежды жителей на честный демократический исход, как говорила моя бабушка, коту под хвост или кому там под хвост.